Важно то, что сегодня в этом году исполняется 70 лет Тюменской области, и этот год в России является годом культуры. Вот, культура всегда надо развиваться, и мы стараемся, конечно, нести детей в массы, духовно, нравственно, чтобы дети и молодежь развивались. Ну и взрослым тоже мешает поддержать именно создание электронного каталога, чтобы страна должна знать своих героев. И Густа Федоровна Рифель, это один из представителей потомственного короткачества. Спасибо вам большое, что вы приехали все-таки 85 лет. Вы еще здоровья вам еще больше. Я хотел бы просто вам получить большой букет цветов. Спасибо.